для вас. Вот, кто не знает всей сути... Это что было, блядь? Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы записываем с вами рубрику... Я до конца не понял, как она называется, но в принципе будет что-то типа того, робот выбирает, на чем мне играть. Вот я уже, ребята, один раз ее записывал, вы там, в принципе, набрали просто какое-то неимоверное количество комментариев, я вам понял, что это дело нравится, также вы там просто колоссальное количество лайкос, ребят, набрали, поэтому давайте набираем под этим видеороликом 1000 лайков, и я сразу же начинаю снимать следующую рубрику для вас. Кто не знает, ребят, всей сути, мне нужно на сайте random.org выбирать пушки, то есть я захожу на этот сайтик и случайным образом генерирую пушек, ребята, в игре у меня вот именно в гараже 13 штук, я, соответственно, от 1 до 13 генерирую какую-то пушку, сайт выбирает, и эту пушку я, ребята, одеваю. Потом также у меня есть 8 корпусов, которые я также генерирую, и, соответственно, робот опять же выбирает рандом, на чем мне поиграть. Модули у меня всегда, ребята, Кодиак стоит, в принципе, его я не меняю, красочка у нас тоже не важна. И, блин, давайте уже перейдем непосредственно на сам сайтик и посмотрим, на чем играть. Так, первые пушки это... Ой, первые это у нас идут пушки. Давайте, от 1 до 13... 4. Так, а 4 это у нас... 1, 2, 3, 4. Нормально. Молот. Вот молот это достаточно здравая пушечка, на которой я буду играть. Так, и следующее мы выбираем корпус от 1 до 8. Если сейчас какой-нибудь выпадет восьмерка... Мне, ребят, не сдобровать. Фух, шестерка. Шестерка это вроде бы у нас тоже достаточно... блин, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Титан. Это, ребята, у нас Титана Молот. М3, мазафака. Ну, М4, ну ладно. Вот, и мне, ребят, за 10 минут нужно будет набить 33 кило. Ладно, давайте 35 килов, договорились. Так сказать, не вам, не нам. Потому что вы мне там говорили по предыдущим роликам, что нужно набить именно 33 кило. Ну, давайте уже будет 35 килов, бог с ним. Набиваю 35 килов за 10 минут, я не выполняю желанку. Если не набиваю, то, соответственно, выполняю. А, я не сказал, ребята, вам о желании. Желание у нас тоже достаточно прикольное будет. В случае моего проигрыша, я, ребята, беру губную помаду и полностью закрашиваю себе все лицо. Вы это, опять же, будете наблюдать, если я проиграю, конечно же. Так что сейчас мы, ребята, ставим на паузу, я создаю биту, там прогружаемся и продолжаем. Так, ну что ж, ребята, начинаем мы наш, так сказать, видосянский. Так, чувак, ну, блин, я вот ждал, пока ты меня сольешь, чтобы начать мне с самого нового листа. Короче, ребята, я, наверное, вам не сказал, но буду я сегодня играть на карте Серпухов. Эта карта, в принципе, возможно, я забыл о ней упомянуть, но... Это она. Как я и говорил в предыдущих роликах, я, ребята, буду играть у нас на достаточно таких просторных картах, но в этом, так сказать, видосе я не знаю, мне то ли повезло, то ли нет, но, в принципе, 2 минуты прошло, я уже сделал... Ой, не 2, вот нифига себе, 2 минуты прошло. У нас прошло, ребята, буквально полминутки, и за эти полминутки я уже сделал себе 2 килла, что меня очень сильно, если честно, радует, и я так думаю, у меня есть все... Ах, вы засранцы такие. Вот, у меня есть, ребята, все абсолютно шансы на победу. Если же опять я не выиграю, и мне придется закрашивать лицо. Да серьезно, что ли? Не-не-не-не. Вот точно, вот этого я не хочу делать. Блин. Потому что, знаете, во-первых, как геморно оттираться от этой помады. И, блин, здесь тебе приходится рассчитывать... Ой, блин, а вот сейчас я ошибку допустила. Я сперва хотел занарить ДАшку, а потом уже аптечку. Но почему-то у меня ДАшка не нажалась. Странненько, странненько. И достаточно нехорошо, потому что вот такие глупые ошибки могут мне решать мои победы. То есть могут решиться все. Из-за этой глупой ошибки я могу, ребята, просрать. Кстати, кто там будет, ребята, говорить по поводу того, что, блин, да у тебя МПК тащит, да у тебя устройство. Нет, специально в этой битве я, ребята, ее сам, соответственно, создавал. И в этой битвке я отключил у нас улучшение и отключил устройство. То есть эта битва, ребята, полностью... А у нас голдик, мазафака.
Так, ну что ж, ребята, я так думаю, вы прекрасно понимаете, чем пахнет. Пахнет очень жареным, пахнет очень пареным, и я так думаю, что... конечно же, ребята, возле голда я буду, но Никитос не стреляет на меня. Что ты делаешь-то, животное? На голде-то не нужно меня стрелять. Вот сейчас я вас буду стрелять на голдике, но вы меня пока не стреляете. Нифига, я даже учара какой. Так, ладно, в принципе, ребята, я так думаю, если я буду просто стоять, как бы, и нифига этот голд не ловить, никто меня за это не отблагодарит, и это получится достаточно нездраво. А вот если я попытаюсь его взять... Блин, нифига себе, а кто это... Как он отжал? Там же под ним стоял ветер, чувак на арте. И просто челик какой-то рандомный подбежал с какого-то боку, с края и отжал этот золотой ящик. Серьезно? Блин, это как-то вообще не здраво. Кстати, да, ребята, вся еще сложность заключается в том, что я это дело играю с моими подписчиками. То есть здесь видите очень много людей, которые именно у меня в друзьях, потому что... Записываем это дело все, в принципе, на стриме, и чтобы был как раз у нас актив, чтобы битву у нас набирали все на изи-пизи, приходится немножко вот так это все дело записывать. Сразу же скажу, что это добавляет большей сложности, потому что это подписчики, они же знают, какую я рубрику записываю, и у них просто в крови, я не знаю, заиграет такая тема, что «Ух, блин, сейчас Вайдера нужно слить, он будет себе морду мазать, ах вы засранцы такие». Но опять же говорю, если... будет жесткий прям контролинг именно в битве меня, то, может быть, мне придется эту рубрику записывать, ребята, без подписчиков, то есть искать какие-то рандомные катки, опять же, обговаривать перед видосом, на какой карте я буду играть, ну и, соответственно, пытаться такую катку найти, вот, потому что, блин, это все, конечно, хорошо, это, конечно, все круто, но контролить меня как-то я тоже не очень сильно-таки привык к этой всей теме, и если в обычном рандоме я бы, например, на этом же самом сочетании набил эти несчастные 35 киллов, то здесь у нас прошло уже 4 минуты, и за 4 минуты я набил 7 киллов. Это ни раз не круто. Это серьезно, ребята, ни раз не круто, ни раз не здраво. Так, ну сейчас, в принципе, достаточно неплохо Вайдер отыграл, то есть я подсасываю один, второй, третий килл. Вот третий килл мне удастся подсосать. Третий килл, третий. Ой, хорош, ой, просто хорош. Просто вот полковничек зарешал как боженька, то есть он остался, его там кто-то еще молотил бедненького во все щели, он еще и аптечку занарил. Ах ты сладенький мой, сочненький мальчик. Это было на туре круто. Ой, отвали от меня, я не хочу, чтобы ты меня бил. А ну-ка, и уйди ты от меня тоже, чувак. Блин, да сволочи, меня все колотят. Кстати, я на таком сочетании достаточно нестандартном, потому что, если бы честно... На этой карте я бы взял себе какой-нибудь викинг, потому что это корпус достаточно универсальный. Ну или был уже на том бы Титане, но взял себе какую-нибудь, допустим, тот же самый Гром, Смоку, либо на худой там конец уже можно себе и Рельсуху взять, тоже довольно-таки, я так думаю, неплохо бы отыгрывал, несмотря на то, что больше чем уверен, что на этой карте... какое-то неимоверное количество резистов от рельс, но я так думаю, опять же, рельсуха под ДД, тем более мне особо ехать никуда не надо, у меня очень жирный корпус, и я, в принципе, могу стоять на одном месте и накилывать себе килы, хотел сказать, но это звучит достаточно глупо. Вот, и просто строчить себе килы. Так, вот так вот тоже не нужно делать, как зумик, то есть он просто стоит и... И вот так тоже не нужно делать, братан. Ребята, нет, играем обычную стандартную катку, то есть мы деремся с вами, мы деремся, вы деретесь со мной. То есть это не означает то, что мне нужно давать киллы, вот. Это вообще так не означает. Вот, нужно драться, но опять же, есть адекватная борьба, когда вы меня бьете, когда я вас бью. И есть борьба неадекватная. Например, как вот этот бумер ТО, который с нами катается, который перед началом этого видоса говорил там: «Все бейте Вайдера, типа наебаем его, убиваем, чтобы он вообще не набил себе киллов». Но я сейчас думаю, даже этому чуваку стало меня жалко, потому что 4 минуты, у меня 15 киллов. Я, конечно, ни на что не хочу намекать, но походу помада — это мой лучший друг. Серьезно. У нас еще тем временем один золотой ящик. Серьезно? Вот битва. Ты серьезно? А можно, пожалуйста, еще больше голдов, как бы тогда, когда я, ну, просто не могу переодеться с этого сочетания, и мне нужно кататься именно на этом. И когда по факту я не могу ничего себе нормального, как бы... Ладно.
Я просто, ребят, промолчу. Я просто промолчу, и я немножечко вот так остановлюсь сейчас здесь. Попытаюсь посмотреть, кто что возьмет. Расимбек у нас уже проезжает. У нас уже Голдик, кстати, тем временем летит вообще во всех парах. Там меня смока еще какая-то лупит вообще во все щели, что тоже не есть здраво, не есть хорошо. Так, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. В итоге забирает у нас какой-то диктатор, даже его поздравлять не буду с этим, ну, потому что на диктаторе забрать голд, но это все равно, я не знаю, что... Да фиг его знает даже, чем сравнить, это вообще несравнимая тема, на диктаторе забирать голды, но это такое на самом деле себе, вот, поэтому как-то так. Это обычно так делают, я не знаю, какие-то жесткие голдоловы, которым прям нужно очень жестко пофармить голды, или которые вообще без этих голдов не могут свою жизнь прожить. Так, а я, кстати, даже с этого расстояния мой прицел по факту не могу сбить достаточно адекватным способом, потому что он меня все стреляет, попадает, все стреляет, а у него еще овердрайв. Ну, короче, чувак против меня решил конкретно-таки припотеть, конкретно-таки сдонарить, и походу у него это дело получилось, потому что я потратил на него колоссальное количество времени. И сейчас как раз таки я понимаю свои главные ошибки. То есть мы играем битву, да, мы играем стандартные битвы, в которых я играю тоже своей манерой. То есть я пытаюсь по большей степени нагнуть вообще всех и вся. Если там какой-нибудь такой тугодумный чувак мне попадается, я, блин, сразу своим же лбом буду с ним пинаться, чтобы как раз таки взять и перетолкать его в этом плане. Но, блин, опять же, здесь я понимаю, что если такие чуваки встречаются, то лучше, я так думаю, податься ему, пусть он меня побыстрее сольет, чтобы я реснулся и, например, допустим, уже с новой наркой, с новыми силами смог ему, допустим, тому же самому дать звездюлей и сделать свой драгоценный килл, и при этом не терять времени. Ну, я так думаю, в следующих рубриках у меня это уже будет оттачиваться просто на высшем уровне, и я так уже не буду тупить, как в этом выпуске, потому что... Ну, ребята, жопа моя чует, что за одну минуту, к сожалению, невозможно у нас сделать 36 киллов. Хоть мне там осталось не 36 киллов, но опять же, ребята, 28 киллов мне еще предстоит сделать, даже не 28 или... Или 18 еще нужно сделать, 18 киллов, вот. С математикой у Вайдера, конечно, все очень-очень херово, но я гуманитарий. Отговорка вообще, конечно, топовая, меня всегда это прикалывает, когда чуваков с математикой там все туго, и они говорят, да, это нормально, я же просто гуманитарий, математики не изучал. Ну да ладно. Ну блин, ну это нереально, это серьезно, это нереально. Я себе там поставил еще планку, знаете, в какую не 33 кило, как мне говорили, а 35 киллов, допустим, пусть будет 35, такой с барского плеча, Вайдер все сможет, Вайдер все сделает. Но, к сожалению, у меня это не получилось, а вот у чувака на первом месте, как вы видите, это просто вообще на изи вышло. То есть он набил эти 35 киллов, и я так, опять же, ребят, предполагаю, что это вполне таки возможно, это реально, потому что уже у нас несколько чуваков приблизились к этому. Я, к сожалению, набил всего лишь 20 киллов, не хватило мне 15. Очень обидно, очень досадно. Если бы я был здесь каким-нибудь твинсом или, допустим, с той же самой жигой на каком-нибудь более скоростном корпусе, думаю, у меня бы это все получилось. Вот. Ну, а сейчас, ребята, просто я вас прошу поставить лайк, и мы переходим к выполнению желанки. Так что, ну, просто глядите, смотрите. Так, ну что ж, ребят, вот я и выполняю желаночку, которую я проиграл. Мне нужно будет накрасить полностью лицо, и попросил я свою жену, чтобы она мне это сделала, потому что, во-первых, это будет быстрее, намного профитнее, и вам не придется очень долго ждать. Но это, если все равно и даже так у нас это затянется, то мне придется это все дело поставить на быструю перемоточку, но вы уже посмотрите конечный результат. Ладно, погнали, я готов. Так, ну что ж.
Смотри, как у меня зубы белые, блин, просто на этом фоне. Вот, Кристина у нас там еще жарит немножко, ну ладно. Свое желание я выполнил, которое я проиграл. У меня полностью лицо, ребята, красное. Вот эти места я закрашивать уже не стал. Ну, потому что, опять же, это по факту не нужно. Думаю, так даже смотрелось достаточно интересно. Так что всем спасибо, мать его, за просмотр. Я надеюсь, что вы уже лайки эти сраные понабрали, потому что... Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока-пока.